вам нужно попасть в зону распределителя подключения. Так я смогу нас отпустить. Не давайте подойти бойцам АИМ, иначе они нас отключат. У меня получается. Держитесь рядом с распределителем и не подпускайте бойцов АИФ. Почти получилось. Сэр, мне удалось проникнуть в систему безопасности АИМ. Я получил более подробные данные, которые свидетельствуют о том, что тепловой след оставил большой источник концентрированной энергии в центре здания. Значит, это не инициирующие ядра? Сложно сказать. Однако наше вторжение не прошло незамеченным. АИМ запустила процесс самоликвидации. Судя по размеру...